Муниципальное образование Полюстрово занимает территорию между проспектами маршала Блюхера, Полюстровским и шоссе Революции. Это современный благоустроенный округ со значительной долей качественного жилья, своими персональными парком, рынком и гипермаркетом. Территории не хватает только станции метро. Полюстровский парк должно означать болотистый парк, потому что в переводе с латыни полюстр – это болото. И ничего подобного здесь, конечно, нет. Еще при царизме эта местность осушена. Это парк зеленый, благоустроенный и очень милый. Территория приобрела известность в начале 18 века, благодаря целебным свойствам воды, бьющей из местных родников. В свое время здесь действовал курорт европейского значения. Однако Полюстрово долго оставалось глухой окраиной Петербурга-Ленинграда до 50-х годов, если не считать небольшого участка вблизи площади Калинина, где преобладает добротная сталинская застройка. Масштабное жилищное строительство развернулось здесь в 60-е годы. Для многих территорий Петербурга эпоха индустриального домостроения началась с панельных пятиэтажек, но у Полюстрова была другая судьба. Полюстровский ДСК поставлял сюда не панели, а материалы для сборки кирпичных пятиэтажек 528 серии. По планировке это те же хрущевки, но все-таки гораздо более теплые и ремонтопригодные здания. Позднее серия неоднократно модифицировалась, поэтому в Полюстрове немало куда более комфортных, чем хрущевки кирпичных домов разной высотности. Без панельного домостроения, конечно, не обошлось и в Полюстрове. Но этой территории снова повезло чуть больше других. В основном здесь строилась панель 606 серии. Из всех крупнопанельных Брежнева она самая удачная. Неплохая звуко- и теплоизоляция во всех квартирах, кроме однокомнатных, предусмотрены балконы. Именно однородный жилой фонд сформировал достаточно специфическое отношение покупателей к приобретению жилья в этом районе. Дело в том, что, несмотря на свою близость к центру города, транспортная доступность района оставляет желать лучшего. В первую очередь это связано с отсутствием метро. И спальный район с однородным жилым фондом и с достаточно плохой транспортной доступностью, безусловно, особой популярностью среди покупателей не пользуется. Несмотря на некоторые очевидные недостатки, цены на жилье Полюстрова едва ли сильно уступают ценам на сходное жилье других спальных районов Петербурга. Все-таки хорошо развитая инфраструктура и относительно высокое качество жилья берут свое. Вячеслав Березниченко, Роман Рожков, БНТВ.